То есть сейчас вы сядете и подумаете о том, как убить Санта-Хрякуса? О, да, сэр. Что будет, если убить Санта-Хрякуса? Сьюзан говорит, что надо злиться, а не бояться. Санта-Хрякуса не будет. Он как бы умер. Санта-Хрякус? Есть нечто вроде банальной выдумки. Тогда Страждество никогда не наступит. А вместе с ним никогда не наступит и следующее утро. Остановить это сможет только смерть. Не беспокойся, она всегда побеждает. Вы не понимаете смысл этой работы. И его внучка. Премия Бафта за лучшие визуальные эффекты. Экранизация романа Терри Пратчетта. Ha ha ha.